Всем здорово, друзья, с вами Рухоборз. Друзья, сегодня прекрасный день. На улице просто шикарная погода. Я уже с утра успел немного побегать. Сейчас сижу, релаксирую, играя в приставку. Значит, друзья, сегодня будет нереально насыщенный контент. Так что смотрим до конца. Я должен постричься. Вот, я уже достаточно оброс. Потом мы едем в самый большой город Европы. Мне нужно купить спортпита, то есть протеин, БЦА, там, да, еще там что-нибудь, глютамина, может, возьмем. Самое главное, я хочу купить себе камеру GoPro, то ли Sony X3000. Хочу сказать вот про этот момент. Эта камера, которую я сейчас снимаю, она очень хорошая, она хорошо снимает, но с этой камерой снимать тяжело, так как люди видят эту камеру, как будто бы у меня в руках какой-то автомат. То есть люди боятся, люди обращают внимание на нее, и бывает очень тяжело. Все, друзья, я долго говорить не буду. Погнали. А пока доедем изюм. Смотрите, какая шикарная погода. По идее, должно быть дожди, холод. В общем, друзья, я сейчас двигаюсь в магазин. Что-нибудь возьмем на дорогу, чтобы поесть. Я слегка кофейку бахну. Кое-что вот такие вот и протеиновый батончик. Что ж, друзья, мы уже на месте. Мы находимся в Кёльне. Давай покажу вам. Ну, вместе посмотрим некоторые места. В данный момент это вокзал. Я нахожусь у выхода. Это не центр, сейчас надо будет перейти. Вот здесь такой вид. Вот. Много людей очень. А вот сам вокзал. Вон там мост находится. Вот самый популярный мост. Друзья, вот в этом месте делают все фотографии. Вот она какая высокая. Вот люди, короче, здесь берут интервью всякие там. Все, вот. Вот Кёльна дом. Он выглядит таким образом. Итак, друзья, мы на месте. Вот медиамаркт. Вот такой он длинный. Вот медиамаркт. Ну что, зайдем? Ну что ж, друзья, я уже внутри. И сейчас смотрю. Вот такой вот большой. Еще есть второй этаж, третий этаж. Здесь есть все виды камер. Вот. А вот камера, которая нам нужна. Вот она. GoPro. Стоимость 499. 500 евро стоит.
такая штучка у нее. Есть еще такая вот 4К, только это тысячи, X1000, она стоит 300 евро. Так, что, пойдем дальше, посмотрим. Друзья, давайте посмотрим, сколько я вешу. Вот 0. Сколько там? 81,8. Нормально так набрал. Уже 80 килограммов. 81,8. Запомните. Друзья, я уже в совсем другом магазине. Я пришел в Сатурн. У меня там закружилась голова, много людей. Вот этот Сатурн оказался здесь очень большой. Ну, очень большой, и места много. Сейчас здесь посмотрим. Сейчас к этому подойду, спрошу про камеру. У меня там уже голова закружилась, я подумал, выйду там, прогулялся, сходил, там одежду посмотрел, погулял. Правда, не заснял. Ну, сейчас вот подойду, посмотрим. Короче, друзья, я все купил, сижу. Вот она, друзья. Камера. К нему еще взял карту 128 гигабайт, самая максимальная, так как будем снимать на 4К, 500 с чем-то евро. 540 евро. Все, камеру купил. Сейчас, кстати, мы находимся вот. Люди все стоят. Я сижу. Сейчас отправимся, возьмем спортпита, протеин, БЦА. Итак, друзья, я все купил. Хочу вам просто показать. Вот тот самый магазин Apple. Вот он находится здесь, вот на этой улице. Здесь американская улица, вот Нью-Йоркер, Apple. Там дальше еще американские какие-то. Вот. Друзья, в общем, я вернулся на Банов. Вот Кёльна дом. Вон там Макдональдс. Я пошел в Макдональдс. Ну что ж, друзья, я хорошенько поел, я уже сытый. И я вновь вернулся на Банов, вернулся на вокзал. Вот. Сейчас я пойду на хаузе. I go at home. Let's go.